Число погибших в результате столкновений демонстрантов с полицией в столице Венесуэлы увеличилось до 3 человек. Главным требованием участников акции стала отставка президента страны Николаса Мадуро. Таким образом, оппозиция откликнулась на призыв одного из своих лидеров Леонардо Лопеса. Накануне его сняли с борта самолета в аэропорту Каракаса, откуда он собирался вылететь в город Тачира для встречи с бастующими студентами. Местная авиакомпания не сообщала детали инцидента, объяснив на своем сайте в интернете, что Лопес был выведен из салона для обеспечения безопасности других пассажиров. После этого Лопес, бывший мэр Каракаса, обратился к своим соратникам с призывом организовать безвременную стачку протеста и требовать смены руководства страны. В течение последних 5 дней по приказу президента Мадуро были задержаны сразу несколько видных членов оппозиции. Напомню, социалист Мадуро выиграл выборы после смерти Уго Чавеса с минимальным перевесом и с тех пор всеми возможными способами усиливает давление на своих политических оппонентов.